Доброго ранку, друзі! Як завжди, ми продовжуємо тренуватися на вулиці на свіжому повітрі. До того ж, погода цьому сприяє. Як завжди нагадую, сьогодні нам допомагає Олександр Мунтян, персональний тренер, дієтолог, майстер спорту України з бодібілдингу. Доброго ранку! Доброго утра! Минулого разу, я пам'ятаю, ми робили тренування для новачків. Що сьогодні робимо? Так, сьогодні ми немножко увеличимо нагрузку і проведемо такую небольшую круговую тренировку. Що ж це таке кругова? Круговая тренировка – это немного интенсивнее нагрузочка у нас будет, когда упражнения выполняются друг за другом без перерыва. То есть мы сделали одно упражнение, перешли к следующему, Сегодня в комплексе у нас будет 4 упражнения. Так, я так зрозуміла, мені буде спекотно сьогодні вже. Да, немножко розогріємося посильнее, чем в прошлый раз. Вот, начинаем мы с наших отжиманий с коленей. Выполняем 5 повторений. Я стою. Повторюйте за нами. Так. Напоминаю, правильно дышать очень важно. Вниз вдох, вверх выдох. Да, всегда на усилии делаем выдох. Вдох, выдох. 3, 4. Хорошо, выполнили 5 повторений. Поднимаемся. Берем... Если есть гантельки, берем гантельки. Если нет гантелек, берем бутылочки. Домашний инвентарь такой. Да. Становимся. Делаем вдох и на выдох поднимаем руки вверх. Медленно вниз вдох, выдох. С разворотом. Вдох, выдох. Выполняем 10 повторений. Да, спинка ровная, таз немножко назад. Все. И с выдохом вверх. 1, 2, 3, да, 4, 5. Тут у нас включаются мышцы плечей, мышцы рук, бицепса, трицепса. И работает немного спина в статике, то есть небольшая нагрузка есть на спину. Выполнили 10 повторений. Кладем бутылочки. Далее переходим на ноги. Ноги, попа, все, что хотят девочки, да, себе к лету подкачать. Становимся и начинаем делать выпады назад. То есть мы стоим ровненько, да, попа немножко назад, делаем шаг назад и опускаемся вниз. Вдох. И с пяточки с выдохом встаем вперед. Да, вниз, вдох, выдох. Обязательно, вот сейчас мы вам продемонстрируем с другого угла, как должно быть колено. Если колено выглядывает сильно вперед, вот на вторую ногу. На другую, да? Да. Вдох, выдох. Обратите внимание, угол прямой. Таз отставлен назад. Нагрузка идет туда, куда нужно, на бедро, на ягодичку. Встаем с пятки, с выдохом. Выполняем по 5, по 7 раз на каждую ногу. То есть мы вот сделали наши бутылочки, да? Потом перешли, сразу выполняем выпады. 5-7 раз для начала будет отлично. Угу. Есть. Так. И завершаем это все упражнением на пресс. Угу. Делаем склепку. Да, одна рука за головой, другая вдоль туловища. И разноименная рука-нога с выдохом встречаются вверху. Да, как можно сильнее скручиваемся. Вот в этом месте. Выдох. Выполняем где-то по 5 раз. Для начала. Я так розумію, іншу треба. Теперь вторая сторона. Выдох. Обязательно дышим. Выдох на усилии. Вдох, выдох, да. И максимальное скручивание здесь, чтобы пресс аж прожигался просто. Такое чувство вот должно присутствовать. Все, по 5 повторений выполнили. Есть? Есть? Вот, вот это наш комплекс. Мы выполняем его по кругу, начинаем с 5 повторений, да, потом можно больше, 6, 7, 8, смотря какая подготовка у человека. Ще одне тренування підійшло до кінця, зробили кругове тренування, повторили по декілька раз, ну, показали вам, скільки треба робити і розказали. 3 кола, 3 підходи. 3 круга, да, 3 круга. Между кругами обязательно отдыхаем. И начинаем с 5 повторений в каждом движении, а потом можно увеличивать. Нагадую, что сегодня нам помогал персональный тренер, диетолог, майстер спорта Украины с бодибилдингу Олександр Мунтян. Тож повторюйте за нами рухи и будьте завжди гарні та здорові.